Агрегат, похожий на жука-оленя, по форме и движению, в ночи сантиметр за сантиметром врезается в асфальтированную дорогу. Управляет ловко этой техникой вчерашний выпускник строительного техникума Сергей Прогин. Получив дефектную карту, оператор настраивает фрезу под нужный для устранения недостатков дороги профиль. После фрезерования она будет ровной, без бугров, ямок и трещин. Сергей Прогин свою работу знает на отлично. Стоять на пультах, соблюдать уклоны и толщину асфальта. Уклон идем по-разному, где-то 10-15. Толщиной где-то 5, 6, 4. Исправление продольного поперечного профиля. Этой ночью работа закипела на улице Мяги. Ремонтируют дорогу от Партизанской до Гагарина. Это 950 метров в длину и 7300 квадратных метров по площади. Другими словами, почти полтора футбольных поля. Первый этап фрезерования от Гагарина до Мариса Тореза. На участке работают 5 самосвалов, однодорожная фреза и 2 вспомогательных трактора. Обслуживает все это хозяйство бригада из 11 человек. За одну минуту техника проходит примерно 5 метров. Данная машина совершает срезку асфальтобетона. Непосредственно сам асфальт крошится, режется барабаном, на нем зубы фрезеровщики установлены. Далее по транспортерной ленте гранулят поступает в автомобиль и увозится на временное место складирования. Улица Мяги приводится в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтируют картами более 100 погонных метров. Кроме асфальтирования, поднимают решетки смотровых и дождеприемных колодцев на проектный уровень. В этом году при таких объемах используются новые материалы. Ремонт картами – это поддерживающий ремонт до выполнения, позднее работ по комплексному ремонту объекта. При выполнении работ по ремонту картами выполняются мероприятия по фрезерованию старого изношенного асфальтобетонного покрытия и устройству нового. Применение новых асфальтобетонных смесей предусмотрено национальным проектом, так как необходимо применять новые новейшие технологии при выполнении работ. В текущем году используется асфальтобетонная смесь тип 16ВН. По новому дорожному покрытию улицы Мяги автомобили поедут примерно через пару недель. Таковы планы муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». В этом году, рассказали эксперты, погода благосклонна к рабочим и ремонт ведется почти круглосуточно, без задержек. Днем, обычно при ремонте улиц, приводят в порядок тротуары и бортовой камень. Ночью, чтобы не мешать движению автотранспорта, дороги. Сергей Кизоркин, Михаил Ермоленко, Константин Головин, Сергей Баскин. События.